загальні національні засоби масової інформації, через одиниці зараз, які пішли в опозицію, ми зможемо доносити свою думку. Зараз на цьому мітингу є білі намети. З правої сторони, з лівої сторони і там знову з правої сторони. Такі самі намети білого кольору будуть стояти на Європейській площі. У мене прохання залишити там базові свої контакти, для того, щоб ми могли вас інформувати, якщо нам будуть блокувати всі можливі засоби масової інформації, навіть інтернет. Щоб ми могли через вас розповсюджувати інформацію. Також там будуть знаходитися скриньки, якщо у вас є готовність нам допомогти, для того, щоб ми могли далі працювати, організовувати процес протесту. Хто скільки може, станемо всі разом. Кожен виконує свій обов'язок тим, чим зможе. Будемо вам вдячні за допомогу, в тому числі фінансову. Передаю слово Лізі Богуцькій. Здравствуйте, друзья. Я сегодня писала несколько постов, вчера тоже несколько, поскольку информация все время приходила о том, что происходит, что планируется на Крещатике. И о Крещатике я тоже писала несколько дней назад, что Порошенко не напрасно выставил вот эти вот шезлонги мальдивские на Майдане, и будет заблокирован весь Крещатик, вот до такой степени он нас боится. Я вам хочу сказать, что больше, чем он сам, никто другой, ни один оппозиционер не сконсолидирует народ против него самого. Вот то, что он делает, не сделает, не догадался бы никто из нас совершенно, что так можно поступить, чтобы против себя озлобить людей. Я очень рада, что вы пришли. Я думаю, что подтянутся еще люди, и нас будет очень много. Ну, гораздо больше, чем те, кто сегодня протестует на Крещатике возле КМДА. И ожидаю, что к ним весь эстеблишмент политический выйдет отчитываться за проделанную работу сегодня в воскресенье и так далее. То есть сейчас наступает очень жесткий период для Порошенко. Вы знаете, что через две недели начались массовые расстрелы на Майдане. А еще через несколько дней сбежал Янукович. То, что делает сейчас Порошенко, он идет шаг в шаг, как я говорю, грабелька в грабельку за Януковичем. Вот мы рассчитываем, что очень быстро пройдет две недели, наступит 18 число, дай бог, чтобы обошлось без кровопролития, но очень скоро наступит тот момент, когда Порошенко грабелька в грабельку пойдет за Януковичем, правда, мы не знаем куда. Вот нам нужно будет не выпустить, ни в коем случае. Нам нужно будет судить здесь. И посадить здесь. Поэтому давайте работать над тем, чтобы мы сегодня хорошо, организованно, мирно прошли. И вот те вот шезлонги, которые на Майдане стоят, я вчера писала, что они легко превращаются в орудие труда для того, чтобы вычищать нашу страну от коррупции и от олигархов. Пока я не знаю, как сегодня сложится все. Все будет зависеть от того, что мы встретим, какие препятствия на своем пути, как будет готова полиция с нами общаться, и мы с ними. Но я так думаю, что через две недели уже терпеть будет вообще некуда. Просто некуда. Наше терпение, что оно не безгранично. Спасибо вам всем. Передаю слово Оле Голобалин, пожалуйста.